Всем привет! Ах, наконец-то мы будем сейчас играть в Sims. Кстати, она так мне мозги вытра. Ну, вы поняли. Сколько было геморроя, чтобы записать эту игру. Она какая-то глючная, что видео не захватывается. Ой, забейте, короче. Ладно, все, наконец-то. Возможно, я смогу это все реализовать. Так, что, давайте создадим своего героя. Я даже знаю, кого мы создадим. Любимый образ. Мы сделаем хиппи. Хиппи Уасевич. Самое главное, это имя хиппи. Да, мы сейчас сделаем нереального хиппи, счастливого человека, которому просто срать на все. Мир во всем мире. Покурить травочку и так далее. Все, что ему нужно. Так, я еще ни разу не запускал, поэтому давайте посмотрим. Жизненная цель. О! Так, еда, знания, природа, в принципе, хиппи. Ну, любовь, семья. Нет, точно не состояние, не спорт, творчество. Ну, хиппи творческая личность, я бы сказал. Есть капли творчества. Нет, ну музыкального таланта нет. Природа. Нет. Что-то я даже не знаю, что нам выбрать-то, подождите. Любовь, ну... Ну, давайте это сделаем так. О! То есть это основа, да? Очаровательный персонаж! Потом активный... Растяпа... Нет, хиппи они не активные. Творец, наверное, да. Да, хиппи тоже творческая личность. О, я могу ставить во все это разные вещи, да? Ну, хиппи пускай будет растяпа, да. О, здесь еще разные варианты. Так, сейчас подождите, изучим. Добрый хиппи. Давайте мы, наверное, уберем растяпу. Вау! 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 О, чтобы сделать. Ладно. Ну, хиппи дружелюбный. Да. А как вместо... Здесь много вариантов. Что мне выбрать-то? Ну, давайте дружелюбный. Все такое, еее. Ну что ж, теперь давайте создадим ему лицо. Образ хиппи нужно придумать. Я еще не знаю, как это все делать. Лицо. А, это типаж лица? Нет, нам нужен какой-нибудь такой точно белокожий, нам черненький не нужен, так сказать. Вот так вот мы сделаем. О, ну вот белая кожа. Даже синий есть, нифига, даже зеленый есть. Молодцы. Особенности кожи. А, в смысле? А, это мы можем выбрать много вариантов, оказывается. Прикольно. Только я не понимаю, даже описания никого нет. Ну, морщины пускай будут. Ну да. Нет, говно не надо нам на лице. Нет, прыщи ссаные. Фу, ненавижу родинку на лице. Фу, говно. Так, ладно, пускай будут так. Ну, я бы растительности бы добавил побольше. Это у нас волосня. Само собой, в первом выпуске у нас будет внимание, в первую очередь, уделено персонажу. Мы его давайте создадим. А уже все потом остальное. У хиппи должна быть такая прическа заросшего. Типа вот такого вот. Да, такая вот прическа. Или вот такая, или вот такая. Во! Во! Хипач-трюкач! Пускай будут черные волосы стандартные. Нет, длиннее нам не надо. Ой, удалил, ладно. Хорошая такая бороденька. Во! Мачондра! Мачондра! Мужик, он должен быть с бородой. Это вторичный половой признак. Ну вот, все, дальше нам ничего не надо. Идем головные уборы. Можно? Можно вот это шапито сделать. Нет, это, конечно, смешно. Вот, можно ДЦП. Можно инвалид разума. Хиппи, конечно, не любят кепки. Ну почему? Кепку можно придумать. Но я смотрю, здесь, да, смотрите, сделали прям с юмором. Реально с юмором. Разные маски какие-то угарные. Какая-то кепка, не знаю. Слишком милая. Ну, вот такую давайте, наверное. Во, нормальная кепка, типа разнорабочий. Нет, такая не подойдет.
Это какой-то мачо уже будет. Лох. Вот, ладно, пускай будет такая кепка, посрать. О, здесь есть разные? А, подождите, нет. То есть он изначально показывает все, но здесь можно сортировать. Во, во! Отличная кепка. Дальше идем. Так, сделаем какой-нибудь хиппи себе. У нас будет такой задумчивый человек. Давай что-нибудь ему соберем. Кстати, я буду играть без сети, потому что мне не нравится, когда игра лезет постоянно в интернет. Тем более, насколько я знаю, да, Sims 4 нельзя играть по сети. Но я имею в виду, чтобы два человека взяли, создали одну семью, и каждый там управлял своим персонажем. Почему-то они такое не смогли сделать. Нет, одежда у нее должна быть не такая. Почему он одежду снял? Типа нижнее белье? Что это такое вообще? Костюм. Это костюмы? Ну вот такую я бы даже... Подождите, а мы же ему какие-то аксессуары, да, добавляли. Куда они все делись-то? Или типа я не могу, что ли, выбрать отдельный аксессуар? Что, простите? Короче, хватит мне мозг канифолить. Выбираем это говно и отдаляем. Все, пошли в жопу. Косметика нам не нужна, как я думаю. Нет, не нужна нам косметика. Ой, да. Потом, мы же можем майки, да. В принципе, у него уже хорошая майка. Довольно у многих уходит достаточно времени для создания своего. Но это больше подходит для каких-то художников. Он не художник, он хиппи. Одежда должна быть такая свободная. Нет, нет, нет. Грязная, в говне, обдрестованная. Так, хипач, трюкач. Ну, кстати, в этом что-то и есть. Элементы рокера, да? И хиппи тоже подходят. Ну, это не хиппи, я не знаю, это какой-то сутенер сразу. Давайте так, пускай будет, нормальная одежда. И такая... Нет, это бичиха. Кстати, а как комплектацию изменить? Что-то у них какие-то ноги худые слишком. Нормально, я люблю такой... такой броский вид. Да, все обратят внимание на этого человека. Может, такие шортики. Оу, oh, yeah. Окей, вот это мне нравится, хороший вариант. Так, что еще здесь можно сделать? Белье. О, вот она, накачанность. И жируха, да? Я пожирел. Помогите. Хот-дог. Нет, что-нибудь такое среднее надо сделать. Не, он не должен быть качком точно. Вот такой вот нормальный вариант. Вот такие вот широкие плечи. Все. Хипач-трюкач. Ну что ж, вроде мы закончили, да? Здесь, наверное, больше ничего нельзя сделать. О, тапки можно сменить, точно. Белые тапки ему дайте, белые. Во, тапки будут, точно. О, во, тапки будут, точно. Во, тапки будут. Это уже хороший вариант, смотрите. Ладно, давайте, если мы серьезно делаем, то давайте серьезно. Я, конечно, бы хотел сделать... Ну, какие-нибудь такие вот тапки, ну, красофаны, да. Тухлятки и так далее. Я бы сделал, конечно, зайцев, но нет. Это мы сделаем серьезный образ. Эта игра слишком серьезная. А перчатки можно делать? Нет, перчатки нельзя. Ну все. Мне кажется, похоже на хиппи. Или надо пожирнее его сделать. Щучка. Е! Вырисовал. Ну, пускай будет такой человек. Нормально. Окей. Уасевич. Уасевич. Ну, пускай хиппи. Как его будут к нему обращаться на хиппи? Ну что ж, первый наш запуск. Окей. Ей. Переезд, переезд. Так, переезд. Вот, у нас бюджет 20 тысяч.
Хиппи, да, он будет тоже там, будет получать удовольствие от жизни. Поверьте, хиппи будут притягивать столько людей, на него будут липнуть все девушки, ну, потому что хиппи. Так, вот мы видим, да, мы, наверное, можем... А, я же могу купить просто участок свободный. Я, например, никогда не понимал, зачем вот делают готовые дома там, они... Мне это не нравится, я люблю все строить свое. Во, мы здесь поселимся. 5 тысяч. Я пока не знаю, кем он будет работать, это очень сложный вопрос, конечно. Вау. А какая разница? Так я могу еще и выбрать города. Прикольно! Прикольно! Ну давайте, наверное, что-нибудь вот это вот выберем, шляпу. Мы переезжаем на кусок травы. Мы идем к успеху. Да, это так. Ну что ж, теперь мне нужно будет изучать камеру. О, хиппич, ну-ка иди сюда. Прикольно. Эх, я играл во вторые Sims, по-моему, в третьей игра. Великолепная игра, игра моего детства. Иди сюда. Надо будет привыкнуть нам. Вот как это говно убрать? Все понятно, понятно. Все, пошел. А, да, это обучение. Мне нужно обучение. О, поцак. Местный поцак. Надо было гапануть его, по щам прописать. Но сначала нужно будет построить участок. Да, это не наш дом, как я понимаю. У нас здесь есть соседи. Кстати, хорошее место. Здесь, наверное, машины. Да, машины ездят, смотрите. Что? Любовь? А не поцеловала? А, не показалось, ладно. Так, вначале я буду тупить, я сразу говорю, потому что я не знаю вообще, как в этой новой версии играть. Хотя на какое-то обучение. Ну-ка, где у меня дом? Открыть библиотеку? Вот. Камера. А где строить дом-то? Сделайте романтичный. Подожди, романтик. Я не понимаю. Карьера. Навыки, отношения. Как строить-то? Блин. Все, дошло. Там же такая большая кнопка, как ее можно было не увидеть. Все. Давайте. Строить дом. Так, я читал, что здесь есть готовые, да, варианты. Готовая кухня. Вау, прям так все красиво сделано. Но я хочу все сделать сам. Во! Знаете, что я хочу сделать? Хиппи, они больше любят такую свободу, да? То есть сидеть на природе. То есть они готовы прямо на земле сидеть, на картах. То есть, мне бы какое-нибудь дерево. Во, уматно было бы дом на дереве. Здесь, наверное, такого нельзя сделать. Так, ага, это готовые объекты, из них мы уже сделаем дом, давайте, да? То есть мы можем поставить и, по идее, растянуть сможем. Ну, давайте это сделаем вот так вот. Вот так, это будет наш туалет. Как мне камеру-то вверх-вниз сделать? Нет, я хочу сверху вид. Ну ладно, пускай будет так, посрать. Так. И потом мы сделаем вот сюда вот. Это будет наша такая комнатка. Гламурная. Ага, денежки мы тратим. Все. Здесь мы посрем, посым, да? Надо еще как-нибудь сюда ванну засунуть. Здесь будет наша комнатка. А здесь мы сделаем лестницу на второй этаж. А второй этаж будет полностью открытый. То есть здесь будет у нас дверь. Так, подождите, а как нам... А, подождите, вот рисунок и есть. Да убери эту парашу, дура. Все. Вот, нам нужна дверь. Как я буду входить? Простая однопанельная дверь. Давайте поставим самую дорогую, наверное, дверь. Во! Нет, ладно, я пошутил, не будем такую ставить. Сейчас рванет. Миша, телефон рванет. Пукан рванет мой. Сколько он стоит? О, 400, это недорого. А есть автооткрывание, чтобы автоматически открывалась дверь?
Простые, вау. Потайной шкаф, прикиньте, можно пост... А, заблокировано. Интересно. Ну ладно, давайте поставим тогда любую. Невыразительная дверь. Типа туалет будет. Бункер. Не, какую-нибудь хорошую дверь, красивую нужно поставить. Мы уже полчаса выбираем дверь, но это игра Sims, что вы хотели. Ладно. Давайте самую дорогую, так уж и быть. Я мажор. Я мажористый поцик. Ну-ка. Как тебе твой домик? Или, по-моему, здесь еще можно цвет менять. Вот, эта дверь главный вход. А о чем все какое-то железное? Это нормально, да, что у меня железный дом? Я поставил железный каркас? Ладно, ссать я хотел, просто ссать. Еще одну дверьку поставим, но уже какую-нибудь дешевенькую. Во, вот это вот нормальный вариант. Но мы поставим эту. Да? Опа. Так, здесь нам нужно будет сделать тогда сразу посральник. Что же можно... А, ну сначала нужно сделать кровати, да? В любом случае он захочет спать. Нужно сразу сделать столовую, он захочет... Ну и двойную кровать мы будем телочек приводить и делать шпили-вили. Шпили-вили, трили-мили. Как-нибудь так тут поставим кровать. Там у нас место еще есть вперед? Нету, мало места вперед. Поэтому я как-нибудь вот так вот бы сделал кроватку. Во-во. Не, мне нравится, в принципе, железный дом. Вот так кровать будет. И нам здесь надо сразу будет кухню сделать. Кухня. Кухня. Сначала мы должны наладить быт, правильно? А, холодильник нужен, правильно? У нас 13 тысяч. А в чем разница? А, качество еды меняется. Надежность. Хватит тебе этого. То есть здесь будет у нас... Прикиньте, прямо рядом с кроватью будет холодильник. Вот так вот. А мы сделаем вот здесь тогда холодильник у выхода, да? Потом убери это говно. Убери. Потом тумба нам нужна какая-нибудь хорошая. А есть какая-нибудь... Ну, лучше дешевую, да, что нам? Такая вот тумба. Блин, что-то они какие-то все однотипные. Во, она дешевая? Пойдет. Опа. Опа. Ну, как-то так, да? То есть, по идее, сейчас он сможет... А, нам еще бы печка нужна. Обязательно плита нужна. Самая бомжовская плита. Фу, я думаю, нельзя поставить. О! И раковина! Да что ж такое-то? Я скоро бомжом стану. Ладно, переставляем. Красиво так получается. Сервант такой. Да, нам нужна еще раковина обоссанная. Поставим еще одну тумбу, давайте. Ага. И на нее засунем раковину. Я думаю, любую. Гигиена. Вот. Стальная раковина. Отлично. Какая красота, Вася! Кстати, рядом почтовый ящик у нас. Пошли в жопу. Тупые подсказки. Надо было выключить в настройках. Вонючие сраные подсказки. Сам разберусь, не тупой. Ну смотрите, по идее мы сделали первоначально. Да, надо еще поставить унитаз и ванну. Да, ванна ему нужна будет. То есть спать он может, кушать готовить он может. Холодильник есть, он порежет. Ему нужно где-то еще кушать это все, да? Так, какой-нибудь стол и стулья, обеденный стол, там будут девочки к нему приходить, они будут и веселиться, и резвиться. Будут богохульствовать. Так.
А где у нас столья? Столы, столья. Вот, столы, тумба. Хочешь такой большой стол? Во! А, можно цвет выбирать, да? Ну, посрать, не хочу цвет выбирать. А если мы поставим таким образом, чтобы он был посередине комнаты, да? То можно будет вообще с всех сторон использовать. Хотя нафиг усралось. Просто пару стульев поставить и все. Ну, вот так вот. Такой стол. Пока это у нас более-менее тестовый вариант, да? Поэтому здесь может быть безвкусие. Стулья. То есть это будет обеденный стол и стулья. Новинка! Это стулья довольно белоснежная. Это нормально? Это не близко, я думаю. Вот, обеденный стул. Вот так будет лучше. Опа. Опа. Отлично. Все, есть у нас теперь обеденное место. Сразу на 18 персон в секунду. А здесь надо сохраняться или что? Так, сохранить. Во. Давайте сохранимся, а то я боюсь сейчас это... Все это чудо исчезнет у нас, и все, и все. И последнее. Мы потихонечку заканчиваем, потом мы с вами разберемся, и будем такие вещи творить. Здесь можно убрать, по-моему. А, да, то есть мне даже крыши нет, получается. Вот, можно убрать стены. Теперь осталось еще немножко нам. Нам теперь нужно сделать... сантехника, она нужна. Ну, раковина, я думаю, нам не нужна, да, он здесь может руки помыть. Ванна, она большая ванна, да? Хотя, смотрите, не очень-то большая. Ну, что, помыться в ванне и обосраться, ему больше ничего не надо. Усраться ему надо и все. Почти джакузи. Ну, давайте почти джакузи поставим. Мы ли не миллионеры? А стрелочка-то он, наверное, где заходит, да, как я понял, правильно? Я этого, наверное, не учел. Хотя, я, наверное, все правильно сделал. Кровать надо было глянуть, какие стрелочки стоят. А, вот, так, мы можем поставить? Во! Пошел джакузи, помыл там жопу, писю и так далее. И все, организовал нужник. Давайте современная нужда. Все равно-то нам все на один раз. Вот. Какие-то страшные. Унитаз суровый. Сурового вида. Капец. Ну вот, самый нормальный унитаз. Ну ладно, дороговатый. Да, стрелочка, куда он будет подходить. Окей, теперь мы сделаем так, так. Во, вот так вот мы сделаем, отлично. Все, есть у него унитаз, он зашел, усрался весь в говно, да? Я бы еще зеркало бы повесил. Сантехника, зеркала, украшения, зеркало, вот, подвесно, настенное зеркало. Это такое зеркало, что ли, маленькое? Во, это... А, ну вот зеркало для ванной комнаты. Ну вот, посрал, подошел, помылся, посмотрел в зеркало. Ну что ж! Все, главное мы вроде сделали, давайте попробуем продолжить. Опа, зашел. А дверь он закрывает? Да, сама закрывается. Захотел в первую очередь он пойти обосраться, смотрите. Пи-пи-пи-пи-пи! Прям в лицо вам написал. Че, ты доволен? Ну, раковина же есть. Какая разница, куда он пойдет? Здесь два шага идти, я думаю. Все, вроде первое мы сделали. Кстати, нам нужно будет потом организовать компьютер. Так, что он теперь хочет поделать? А, просматривать веб-страницы. Ему нужен компьютер, кстати, купить. Потому что по-другому мы на работу его не устроим, да? Что бы придумать нам с компьютером? Давайте это быстренько поставим и закончим. То есть мы в этом выпуске построили... А, вот, кстати, стрелочки. Построили ему такой дом красивый. Здесь он может пройти? Ну-ка, ну вот так вот можно сделать, да, здесь уже,
немножечко увеличить. Так, мы немножко увеличили. Вот так вот поставим, да? И развернем. А здесь надо компьютер будет организовать. Ну, что делать? Нужно. Поэтому идем сюда, столы. Письменные столы можно даже, я думаю. Какой-нибудь такой дешевый стол. Вот так это говно поставим сюда, наверное. Я надеюсь, они не будут друг другу мешать. Ну вот так поставим. Хотя бы просто для начала все такое минимальное, да? Потом техника есть, электроника, бытовые приборы. Электроника. Компьютер, да, он нужен. Терпение же. Ох, они дорогие по-любому. Ох, какие дорогие. Надежность 3. Поставим дорогой. Ну а что делать? Вы сами видите, да? Что у него, видите, преимущество, что досуг 8, надежность 8, а здесь досуг 6, надежность 3. Он будет просто ломаться в говно. Так, ну и все. Все деньги мы истратили. Осталось последнее. Стул. Кстати, стул нужен хороший такой. Вот этот, типа вот такого вот какой-нибудь. Во, начальник Вася. Все. Управление временем. Да я понял. Отлично. Теперь такой домик. Ну, с виду, конечно, он будет бомжовский, но пойдет для нашего хиппича. Мы потом сделаем подъем на второй этаж. Такой красивый, необычный дом. Потом деревья посадим и так далее. Так, сейчас мы что должны сделать? Вот, он заинтересовался компьютером. О, играть. Так, подождите. А, вот. Все, понял. Вот так, вот так. Сейчас пойдет заценит компьютер. Еее, крутой комп, кстати, у него. Круто. Видно, что-то даже происходит. Он играет. Не виляй башкой. Он там танцует. Во, еще какое-то говно растет. Я могу же это все повырывать, наверное. Прикольно. Так, ну что ж, все. Первое дело мы сделали. Мы построили быт, грубо говоря, да. То есть человек может спокойно теперь жить. Но ему нужно будет добывать деньги потом. Заколебали вы своим говном. Отвалите от меня уже, дебилы. Сделай что-нибудь романтичное. Сделать романтичное. Новое знакомство. Хорошо, он хочет познакомиться. Вдохновление. Так, стоп. У него, да, видите, у него нужда еще есть. Это у нас срать, пердеть, вонять. Ну, понятно, короче. Все хорошо у него. Общение. Смотрите, он, в первую очередь, хочет познакомиться. Ну, само собой, мы будем знакомиться только с девушками. Нам бы найти какую-нибудь там гитаристку, какую-нибудь панка. Чтобы у курицы валяться полудохлыми. Ну, это суть нашего героя. Так, а где нам познакомиться? По идее, нужно выловить кого-нибудь. Да пошла в жопу. Или вот... Ладно, ясно. Хорошо, уговорили. Помощник по воспитаниям. Это то? А, по воспоминаниям. Пошли в жопу, ублюдки. Тупые дебилы. Самая конченная помощь, никому не нужная. И он ее не выключит, я тебе угадаю. Да, он ее не выключит. Ясно, короче. Так, а это мы не можем пропустить, поэтому, видите, он говорит, приготовить еду. Ну, давайте, что ж, готовка. Давайте приготовим. Садовый салат. Жареный сыр. Торт шоколадный. Давайте, наверное, яичница болтунья. Торт-гамбургер. Давай, яичница, хорошая вещь. Блюдо на одну персону. Хватит играть и иди организуй нам обеденный стол.
А, свет! Нам нужен свет, подождите, а что-то как-то темно. Я люблю, когда светло в помещении. А где свет? Освещение. О, люстры. О. Во! Во! То, что нам надо. Во, во. Я люблю много света. Раз. Два. Трис. Четырис. Не, ништяк! Это совсем другое дело. Смотрите, а у него, кстати, постоянно свет горит в туалете. Автоматический режим. А, все источники света. Во, прикольно. О. Кстати, когда я ставил, я думал, они как-то нормально. Так, что-то все всплывает, всплывает. Куда смотреть? Получи навык кулинарии. Кстати, это, в принципе, можно. О, а если мы сделаем из него шеф-повар? А почему бы и нет? Хиппи-шеф-повар. Такое тоже возможно. Ну а кем его делать? Не могу понять. Изучать растения, что ли? Рыбу ловить? Точно не компьютерщиком. Не, смысла нету. Пускай он будет поваром. Хиппи-повар. Вдохновление. Он будет много готовить. Все, я придумал. Так, что у нас по требованиям? Давайте мы сейчас пропустим это ссаное обучение. Общение, да, давайте найдем с кем-нибудь. О! Сразу отжимается посох, смотрите. Нифига, прям по нему прошел. Матерь Божья, бедный человек. Он отжимался, по нему прошли. О, жируха. Опять играть, да? Вдохновение. Но, как я понял, у него все хорошо сейчас. Яркая комната. А кушать тут будет. Он покушал? А, и у него нету требований, да? Да, питание у него нормальное. Досуг. Почему одни мужики? Где хоть одна девушка нормальная? О! Прикольно. Ну, где девушка? И еще можно, в принципе, сходить к соседям. О, можно старуху подцепить. Или я знаю, что здесь еще есть парк, да, но парк нам невыгодно идти в парк, что они могут жить далеко. Алматы, если они прямо здесь будут жить. Хотя мы можем вызвать потом по телефону. Давайте мы так и сделаем. Пойдем в парк, найдем человека и закончим на этом игру. Как пойти в парк? Телефон. Отправиться. Хватит играть, говно. Хватит, все, хватит. А это что такое? Сесть. Нет, садиться тебе не надо, еще успеешь. Отправиться в парк. Сейчас быстренько сходим в парк. Где я вообще? Это я, да? Во, да, мой бичевник. Кстати, смотрите, похож на мой дом, реально похож. Ха-ха-ха. Парк. Парк пустынные цветы. Давайте глянем. Там нужно встретить девушку, с ней познакомиться, пообщаться, так сказать. И все, взять ее телефончик, и на этом мы закончим. Так, музычка. О, какой интересный парк. Хиппи, пошли. Мы будем его звать просто Хиппи. Давай, иди сюда. Как я люблю приказывать. Сюда иди. Вот, давайте мы с ней замутим. А, нет, это ребенок, пока рано. О, школьница, смотрите, сейчас будут уроки делать. С кем она разговаривает? Ну, это школьница, что сказать. Так, о, туалеты прямо на улице. А, нет, помещение. О, че? А, это макака, смотрите, походка обезьяны тупой. Не, мы с такой знакомиться не будем, это инвалид. Во! Ну-ка, подождите. Какая сладенькая девочка, смотрите. И декольте у нее есть. И сисяндрус торчит, смотрите, левая сиська выпала. Ну давайте просто познакомимся, приветствовать дружески. Смешно представиться. Так, подожди, стоп. Чё происходит? Где ты? Где мой персонаж? Не хочу с ним общаться. Да иди в жопу, э! Я выбрал тебе девочку, иди сюда. Блин, ну куда она делась? Ну чё ж ты за дебил? Вот она сама. Во, мы с этой познакомился. Точно, я где-то ее видел.
Смешно представиться. Давай, 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 дебил, не упусти свой шанс. Блондиночка, сладкий орех просто. Вали отсюда, старикан вонючий. Какая ты тупая, ха-ха. Смешно. Эй, стой. Комплимент. Она, кстати, куда-то спешит, мне это не нравится. Дайте мне телефон ее. Во. Давайте посплетничаем немного. Хочешь, знаешь, да, там кольцо есть, да, к нему привязана бомба ядерная такая. Да. Смешно какой, да. Понятно. Поднять настроение, подними настроение. Знаешь, такой чупа-чуп, да, его можно полизать. Она такая, как смешно, ёж твою мечь. Приятный разговор, абсолютно творческими идеями. Ты творческая личность? Короче, я всегда мечтал сделать тумбочку своими руками, прикинь, да? Взять пару досок и смастерить тумбочку. Смотри, ну, творческая личность. Кем знает, находит источник вдохновения во всем. Она мне нравится, кстати. Мне нравится. Показать пародию, давай. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Он ее показывает. Школьница исчезла. Надо еще больше общаться. Сейчас мы замутим. Да. Как прошел день? Теперь можно узнать, как прошел день. О, видите, он о ней думает. Он думает о ней. Желтое сердечко. Наверное, он уже начинает что-то чувствовать. Обнять? Ну-ка, это как-то слишком, наверное, резко, нет? Да ладно, смотрите, а я думал, она ему откажет. Типа, что тебе надо? Еще комплимент. Как я понял, мы еще просто можем раз 20 с ней поговорить, и все, у нас будет любовь, как я понял. А что еще за варианты? Все ее действия. О, романтика, он же романтический. А если мы будем флиртовать? Привет, Бейва. А, покраснела, смотрите, у меня рожа стала коричневая, как у макаки. Другие варианты. Романтика. Привет, детка. Да, Кстати, там еще есть такие варианты, как оскорбить, но это можно попробовать, будет на другом человеке, да? Но в любом случае, все, мы сейчас заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Подождите. У нас проблема питания. Нам нужно кушать. Пускай разговаривать, короче. Всем спасибо за просмотр. Sims отличная игра. Мы будем в нее играть и дальше. Оставляйте комментарии. Пишите отзывы. Кстати, старый пердун, смотрите, как он ходит. Как ДЦПшник. Пишите, что вы хотите увидеть в игре. Что построить и так далее. Мы придумали, что сделать. Он будет романтиком. Он будет девушкам делать приятное. И сделаю кулинара, да, будет хиппи кулинар, хиппи кулинар, ну вы поняли, короче, все, всем пока.